Шеф-повар Максим Григорьев. Куриные леденцы Chicken Lollipop. Я редко покупаю куриные крылышки. Многие их любят, а мне все время кажется, что есть там почти нечего, только с косточками возиться. Однако, когда я увидела куриные чупа-чупсы из крылышек, я сразу же решила, что буду готовить. Время приготовления – 35 минут. Ингредиенты. Куриное крыло 700 грамм. Куркума 0,5 чайных ложек. Панировочные сухари 100 грамм. Паприка сладкая молотая 0,5 чайных ложек. Смесь перцев 0,1 чайной ложки. Соус на шарап 2 столовые ложки. Соус соевый 4 столовые ложки. Чеснок сушеный молотый 0,5 чайных ложек. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для приготовления куриных леденцов нам понадобятся куриные крылышки, соевый соус, паприка, куркума, сушеный или свежий, чеснок, соус на шарап, панировочные сухари, яйцо. Шаг 2. Крылышки моем, обсушиваем и каждое крыло разрезаем по суставам на 3 части. Крайние фаланги нам не понадобятся, в них есть совсем нечего, а вот для приготовления бульончика они пригодятся вполне. Шаг 3. Сначала берем самые толстенькие части, в которых одна косточка. Подрезаем по краю кости кожицу с мясом и с помощью ножа сдвигаем ее по кости до противоположного конца. Проводим пальцами по кости до мяса. Затем как бы выдавливающим движением выворачиваем мясо клубочком. Шаг 4. Из части крылышка, где две косточки, мелкую косточку нужно удалить. Для этого прорезаем крылышко вдоль между костями, затем счищаем мясо с мелкой кости и вытаскиваем ее. Затем делаем то же самое, что и в первом случае, выворачивая мясо на конце в клубочек. Здесь получится менее ровно, но после панировки леденец сформируется. Шаг 5. Перекладываем заготовки в миску, добавляем соевый соус, соус на шарап, он очень украсил вкус, паприку, куркуму, сухой чеснок, смесь перцев, перемешиваем и оставляем на 1 час мариноваться. Если хотите сделать острый маринад, то добавляйте, как в национальных кухнях, чили, имбирь и другие острые специи. Шаг 6. Слегка взбиваем яйцо для панировки и насыпаем панировочные сухари, лучше по частям, чтобы не сбивались в комки. Обмакиваем сначала в яйцо, затем панируем сухарями. Шаг 7. Выкладываем заготовки леденцов в форму для запекания, смазанную маслом. Отправляем в духовку, разогретую до температуры 180. Прошу прощения, я увлеклась и не засекла точное время запекания. Но мне кажется, ушло около 30 минут или чуть более. В любом случае готовность вы заметите по зарумянившейся панировке. Можно проколоть леденец зубочисткой, она должна входить, как в масло. Шаг 8. У меня это блюдо было на ужин с тушеными овощами. Но можно подать в качестве закуски с любым соусом, который вам кажется подходящим к куриному мясу. Мои домочадцы никак не могли понять, от какой птички эти ножки, но съели с огромным удовольствием, сказали, что нужно обязательно готовить еще. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.